солнце. Идем на рыбалку. Эй! Эй! Ребята! Давай! Ребята, всем привет! Сегодня мы не стримим с Лёвочкой, а идем на рыбалочку. Стримы отменяются. Вперед! Уля, погнали покорять вершину. Вот, кстати, копают, смотрите. Вот это очень свежая кучка. Мне кажется, он здесь где-то прям сейчас там копает, сука. Он насрал там. Да он накакал. Вот и трасса. Стиль бомжа! Мы почти дошли. Мы 50% дороги, наверное, уже прошли. Но чувствую, что уже жарко. И скорее бы мы дошли. Пойдем, дорогая моя Лёвочка. Идем. Идем. Дорогой мой Руди. Идем. Боже мой. Кринж. Руди кринж. Я, наверное, до создать отдельный аккаунт Руди кринж. Куда нам идти? Туда, куда-то далеко. Не знаю, куда. И оттуда мы пришли. Ю-ху-ху-ху-ху! Пойдем! Я уже проголодался. На. Давай. Пришли мы на ставок. Тут так красиво. Знаете, что мы там нашли? Посмотрите его. Давай, покажи им. Это существо. Ну, хорошие рыбалки нам тогда. Ой, я как рэпер. Что у нас есть? У нас есть тесто. Все. И червяки. Две удочки. Две удочки. В принципе, нам хватит. И еда. И еда. Мы взяли еды, немножко перекусим попозже. Сейчас закинем удочки и, может, перекусим. Да, и главное, чтобы на нас не упала ракета. Ведь сегодня 8 мая. Да. Повышенная опасность падения ракет. Почему нет? Можете воду это не беспокоить, потому что рыба не будет ловиться. Мы уже забросили удочки и сидим, ждем клёва. И уже был, кстати, была первая поклевка. У Лёвочки, кстати, не у меня. Да-да-да. Так, а как мне перевернуть камеру? Надо установить запись. Слишком близко забросила. Ну давай. Как я учил. Смотрим, как Лёвочка забрасывает. Да ладно, Лёвочка. Ангелина, она на самом деле. Меня зовут Родион, товарищи. Руди кринж. Вот, четко забросила. Умница. А вон мой поплавочек. Где он? Вон. Мы вам мешать не будем? Не знаю. Нет, ну просто не бейте воду, нормально будет. Тю, нормально, конечно. Я просто говорю, чтобы вы воду не били палками. Вон ребята ловят рыбу, кстати. Плот все соорудили какой-то. Красавцы. Били палками воду. Было не очень круто. Пришлось им сказать. Ничего, сидим ловим. Помаши. Это чувство, когда существует запрет на ловлю рыбы с лодки, но есть плот. Да ну это же на реках. Это же не лодка. Это же не река. В принципе, да. Это очень умно. Поехали ловить дальше. Может, сейчас половим. Не половим, а покушаем. Да, я сейчас перезакину, короче. Мне кажется, пора покушать. Можно. Давай еду. Блин, где руки, по-моему, в пруду? В пруду. У меня так торчит. Писюн. А если я забуду вырезать это?
страшного. Ну ничего страшного. Короче, мы покушали приятненько только что. А перед тем, как покушали, я рыбку поймал. Рыбку поймал. Это наша шуточка с Ангелиной про рыбку. Вряд ли ее поймете. Ну, короче, вот. Смотрите, рыбанька. Рыба моей мечты. Сейчас ее достану отсюда. Вот такая вот рыба. Вроде как называется солнечный окунь. Ждем следующий улов. Да? Да? А? Да. А, да. Хе-хе-хей. Короче, она поймала рыбу. Поздравим Лёвочку. Круто. Сфоткай для мамы. Давайте сфоткаем для мамы. Сейчас. Мне кажется, или там клюет? Там клюет! Блин, не получилось, короче, не фартануло. Ну ладно. Давайте рассмотрим рыбу. Это сайт «Рыба и рыбалка». Это похоже на пиранью. Думаю, еще половим полчасика и будем уходить уже. Прохладненько уже, да? Смотрите, какая красота. Так и стоит. Ну ладно, тогда ладно. Личинки вон сидят, матерятся на плоту себя. Лёвочка в ударе. Она только что двоих вытащила. Двоих или троих? Двоих. Ну, в целом три, короче. Там рыбка вон выпрыгнула только что. Она под берегом ловит. Посмотрите, у нас уже целая баночка. 5 штучек. Это я одного еще вытащил или что? Наловили мы рыбы с Лёвочкой. Блин, красиво все-таки. Зелень везде. Обязательно собираем мусор. Собираем мусор за собой. И уходим отсюда. Хватит на сегодня. Словили мы некоторое количество окуньков. Сейчас штук 5, наверное, да? Сейчас покажу. Раз. Два. Три. 4, 5. Плюс-минус одного размера, очень маленькие. Говорят, что это сорная рыба, и они жрут икру. Пожирают икру другой рыбы. Я вас люблю. Хе-хе-хе. Приходите на наши стримы. Не знаю, может, сегодня еще успеем. Может, не успеем. Посмотрим. Ну, короче, будем и уходить. Еще идти 5 километров. Блин. Это, наверное, самое худшее, что надо идти. Руди Кринж умер. 1 000 000 просмотров на канале. Стримов не будет. Хватит. Хватит. Все, мы пришли домой. Мы вставили. Хватит. 2 свиньки. 2 свинки?